На аллее имени Валентины Леонтьевой зажглась еще одна звезда. Сегодня монумента славы удостоился народный артист Российской Федерации Владимир Хатиненко. Актер, режиссер, да еще и президент Международного кинофестиваля от всей души. Его многогранный талант высоко оценен. Виновник торжества этому очень рад. Владимир Иванович считает, что достойного творца необходимо поощрять и хвалить при жизни. Не ради взращивания гордыни, а для поднятия боевого духа. В общем, важно внимание. Вот. Это, а ведь награда – это внимание. И когда ты молодой, это особенно важно, потому что ты оказался вот в поле зрения, вот, у тебя дополнительные возможности в работе. Мэтры кинематографа пришли поздравить его коллеги и единомышленники. Несмотря на ветреную погоду, в аллее царила теплая атмосфера. Известная телеведущая Татьяна Судец не стала использовать штампы, а пожелала Владимиру самых простых и важных человеческих радостей. Вы знаете, что ему хочу сказать? Я ему хочу сказать, ну, как всегда говорят, творческих планов, исполнения новых фильмов, новых работ. Я ему хочу пожелать просто, вот, знаете, душевного спокойствия, потому что сейчас, к сожалению, время такое, спокойствия нет. Открытие новой звезды завершилось, а кинофестиваль от всей души продолжается. До 28 мая для ульяновцев доступны увлекательные мастер-классы и эксклюзивные кинопоказы. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.